Go новый режим. А что за новый режим? А что за новый режим? А где новый режим? А где? Кто новый режим? Зачем новый режим? Кому новый режим? Ультиматум! Уху! Ультиматум! Ультиматум! Еее! Я на ультиматуме! Ультиматум! Еее! Смотри! Банка хожу! Воу! Ультиматум! Разрушитель! Против кого я? Против кого? Я против кого? Дробовик! Нихуя себе! Все могу что ли взять? Нихрена я ультиматум! Против кого? Я против кого? Я против кого? Это кто такой? Ой, блин. Зажимай! 1-0. Ни хрена себе! 1-1 против подписчиков. Ебать, это бомбовый режим! А чё вы не сказали, что такой режим есть? Долбоёб! Ай, подписчик мой! Ле, это мой подписчик! Хорош! Как назам, я сил нормально против. Ни хрена себе, это бомбовый режим. Давайте в этот режим угорать. Против подписчиков играть. Да-на-на-на-на-на. Блять. Айди сюда. Тюмка. Титан. Доба мягкий знак DF16414594.2.B. Доба мягкий знак. Здорово, брат. Здорово, братан. Сейчас добавим. Не, братан, пока не добавлю, потому что мне места нету. Еще двоих надо добавить. Завтра добавлю, завтра. Друзья мои, блин, это круто, против подписчиков играю 1-1. Охренеть бомба. Зависло. Давайте договоримся. Давайте, подписчики, договоримся только на диглах. После этой катки. Да, после этой катки играю только на диглах. Кто со мной попадется, кто против меня один на один выйдет, тот против на диглах. Гоу 6500 лайков. Блин, это крутой режим, реально разнообразие. Где ты? Блин, мне кажется, как интересно будет, когда сильный попадется. А в комнате есть этот режим, мне интересно? В комнате нету этого режима бесконечно включить? 1-0, минус 1 подписчик. Та-дам, друзья, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Блин, жалко то, что в комнате нету, я бы создал бы. Блин, вот это было бы круто, играл бы с подписчиками. Давайте, короче, следующие подписчики. Я не знаю, пацаны, вместе со мной нажимайте в бой, сразу же в бой нажимайте. Кто играет, любой случайный рандомный челик может со мной попасться. Блин, это круто, друзья мои, это очень круто. С кем я попался? Апельсин. Емать, это кто? Кто ты, блин, апельсин? Давай на диглах, апельсин, давай на диглах. Апельсин, гоу на диглах. Если ты мой подписчик, гоу на диглах. Гоу на диглах, гоу на диглах. Гоу на диглах. Окей, гоу на диглах. Нету дигла. Дигла нету. Дигла нету, дигла. Гоу на диглах. Ты же стрим смотришь, гоу на диглах. Бля, дигла нету у него. Давай, ладно, хорошо. Все, давай, да, начинаем. А
чё не играете? Играете, пацаны, я понимаю, вы со мной попались, но играйте против меня! Не, один минус, так как нельзя играть с другом. А, с другом же нельзя играть, вот это плохо, да. Разработчики, сделайте нормальный один на один по-братски. Ну что, что, что? Мне сейчас в каждой катке вот так сидеть? Во, отлично. Хорош. Блин, у меня персонаж на месте стоял. Я нашел достойного противника. Эта битва будет легендарной. Блин, у меня персонаж стоял на месте. Азан, ты байтишь, играй как нормально. Пошел нахуй. Ну, то есть... В смысле байтишь, играй нормально? Моросить, что ли? Как это? Вот так, что ли? Вот так, что ли, играть? У меня микс-клики были, блин. В смысле, батч, почему я должен играть, как кому-то нравится, бля? Моросить, что ли? Вот так, что ли, надо играть? Типа так надо играть? Гол 7000 лайков. 300 лайков не хватает. Гол... Типа вот так, что ли, или что? Ну что, что опять, что опять, блин, что, блин, опять, блин. Что он хочет, блин, ну почему вы не воюете, блин, воюете со мной? Что, каждый день, что ли, против Азама играете один на один? Ну что ты, блин, что он хочет, я не понимаю. Блин, невозможно играть с человеком, который вот такие вещи делает. Да ты заебал, блин. Я говорю, когда человек играет против тебя нормально, он играет. Ему в голову гранатой попал, ёб. Я не понимаю, играете, ну вы попали со мной, играете против меня, что вы делаете? Моросите, что ли? Колебал. Он хочет СВД. Так пусть играет, если он хочет СВД. Я хочу с тобой попасться. С другом нельзя, только с рандомами. Походу, вот такая тема, я не знаю сам, честно говоря, даже не знаю, друзья мои, впервые играю этот режим. О, вот это, мне кажется, жесткий пацан. Мне кажется, это жесткий. У кого там ники вот такие, раздельные, они бывают жесткими. Ну, почти жесткие бывают, почти. Чуть-чуть им хватает. Я бы уничтожил бы тебя. А, хорошо, блядь. Ты жесткий, брат. Блин. Бля, хотя бы нормально играет, пацан, красавчик. Уважаю, уважаю. Бля, прикольный режим, пока что... Ну ладно, идем, сделаем скриншот.
Зачем, брат? Бля, буду не хотел. Я случайно. Что скажешь об уходе Месси? Печально, печально. Никогда больше мы не увидим Роналду против Месси. Почти убил меня. Хорошо играет. Зажимчик. А какие оружия у нас здесь? А, это есть, это есть. Давай-ка я попробую вот это взять. Давайте попробуем с этого. Нормально, нормально, пацаны. Пока что выигрываем. Давайте посмотрим. Мне кажется, сейчас какой-то жесткий игрок попадет. Я вот уверен, почему-то уверен, друзья мои. Эль Классико умерла. Я так думаю, умерла. Мне кажется, сейчас жесткий игрок попадется, и меня чпокнет. Мне так кажется почему-то. Сейчас жесткий попадется, и мне хана, блин. Мне так как почему-то у меня предчувствие такое, что у меня сейчас какой-то жесткий. Вот Айрон! Мне кажется, вот это жесткий игрок. Мне кажется, это очень жесткий игрок. Почти жесткий. Уже поставьте лайк, подписывайтесь на канал, добро пожаловать на стрим. 7100 лайков, гол 7200 добьем. Ведь среди знакомых люди, которые вас активно не выставляли из 2-5 игр, я отправил вам в сурбе ID. Не, брат, там, короче, 5 дней, если не бывает, я удаляю еще один день, надо подождать. Еще один день надо подождать, блядь. Еще один день подожду, и все нормально будет. Друзья, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, чуть-чуть осталось. Ассаламу алейкум, рад вас всех видеть. Зажимщик. Ну, простите, пожалуйста, пытаюсь не зажать. Какой регион? Наш регион? Играй! Ты чё? 12 хп оставил. Он думал, то, что я типа встал уже. Не-не. Почти 7500 лайков. Друзья, напоминаю. 10 тысяч лайков играем в комнате с подписчиками. Если околк будет, тоже возьмем его. Поиграем. Like a boss. Ничего себе, у меня раунд забрал. Хорош.
Давайте за штуки поиграем. Что-то за диван не летит. Вот как-то так, но никак иначе. Слезы по щекам, ты чё дура плачешь? Дай угадаю, что с тобой случилось? Пропустила сериал, простудилась. Вот так. Да, угадаю, что с тобой случилось. Пропустила сериал, просудилась. Бля, достойный. Вот среди троих пока что он достойный.